Это не просто танцевальный проект. Это настоящий генератор идей. Проект Running Beat образовался в 2001 году в Санкт-Петербурге. За это время участники проекта Александр Ронин и Илья Дмитриев успели набрать силу и засветиться на множестве разных фестивалях. Running Beat – это всегда мощнейшая живая энергетика, помноженная на удивительную эклектику стилей. В Питере они звезды, правда, Сахалин уже в 7-й раз встречает эту группу на ура. Конечно. Да, поэтому и тянет. Они, собственно, нас сюда и притягивают. Приглашают регулярно. Мы с радостью сюда приезжаем. А еще есть такие города, которые вот стреляют там? Есть. Кострома. Да. Кострома. Кострома, там еще там какие-то города есть такие. Ярославль. Ну, да. Ну, у нас есть, да, такие несколько городов, куда мы чаще всего ездим. В том числе вот Южно-Сахалинск. Основным репертуаром группы являются авторские композиции, но не исключение и кавер-версии, а также ремейки на общеизвестные треки. В 2003 году совместно с российско-германским фестивалем празднования 300-летия Петербурга «Энтузиазмус» группа была представлена в номинации «Золотая молодежь Петербурга» и дала ряд концертов в Германии. Так что смело можно утверждать, группа имеет уже мировое имя. У нас в Петербурге много людей, которые с нами играют тоже, то есть там и тот же Витя Санков с нами не раз выступал в этом проекте, и куча там других музыкантов, то есть мы экспериментируем. У нас есть там еще как бы как штатные, то есть сюда просто очень дорого, наверное, везти всех. Так у нас барабанщик. А так бы мы приехали большим симфоническим оркестром. Это вообще все было. Имеется такое, да? Ну, не симфонический, конечно, но маленький оркестр точно. Зачастую на сцене с основным составом появляются такие музыканты, как Александр Мазуров, саксофон, и Виктор Санков, бас-гитара, флейта. Кстати, наш земляк – сахалинец. А вообще, можно сказать, а надо ли вообще раскручиваться? А для чего вообще раскручиваться? Для чего люди раскручиваются? Ну, быть там музыканты всякие. Ну, это и хлеб, наверное, поэтому это необходимо. Продукт рекламировать как-то свой, чтобы кушать что-то, чтобы на хлеб масло намазать. Еще и корочки так сыпать. Черный. Нет, вот это вот. Выходить там, какие-то каналы MTV, вот это. Нет, в этом есть смысл, есть, потому что и корочку, чтобы смысл есть. Чтобы она черная была. Да, некрасиво. Смысл есть. Все зависит от количества денег. И профессионализма продюсера, скажем так. Или какой-то человек, который занимается этим вопросом. Но есть хороший пример уже у нас в России, который действительно в таком... Смотря с каким стиле. Материалом. Если с такой группой, с такой музыкой, как, допустим, группа какая-нибудь там, «Руки вверх», да, то, наверное, лучше в России проще раскрутиться. А если нашей музыки, проще, конечно, на Западе. Это однозначно. Там, потому что у нас музыка-то англоязычная. Треки вот в проекте Running Beat, они англоязычные. Хотя я исполняю песни на русском языке, там творчество достаточно широкопрофильное, скажем так. У вас очень хорошо, мне кажется. Мы вчера так по клубам прошли, что я понял, что у вас все очень даже хорошо. Потому что есть некая пересыщенность в больших городах, откуда мы приехали, допустим. Там уже этих клубов столько, что там уже все уже просто... Люди уже не знают, как себя развлечь. А здесь как-то все свежо, так, с энтузиазмом очень даже нормально. И да. Места хорошие, и звук хороший, все очень замечательно. И люди приходят все-таки музыку слушать и танцевать. Да, по большей части. Веселиться по-хорошему, что называется. Да, потому что у нас бывает и наоборот. Да. Давай.
мы хотим пожелать сдать установку на добро и пожелать всего самого хорошего, удачи, любви к музыке и друг к другу. Вот. И если вы... Это когда будет эфир? Завтра. Завтра, значит, вы уже не успеваете попасть в наше выступление, к сожалению. Я думаю, он еще будет, возможно. Ну, я думаю, что это не последний раз, да. Мы обязательно приедем. На Сахалине, и в следующий раз приходите, мы будем вас радовать своей музыкой.